20 ноября актриса Лидия Федосеева-Шукшина узаконила отношения с продюсером Барри Алибасовым. После этого события новоиспеченные супруги отправились не в медовый месяц, а в зал суда, где рассматривалось дело о продаже квартиры советской актрисы без ее ведома. Питерскими апартаментами распорядилась внучка Лидии Николаевны Анна. Сегодня Анна Шукшина стала героиней передачи Первого канала «Пусть говорят», где впервые прокомментировала скандал в семье. В эту квартиру внучка Лидии Николаевны с мужем переехала в 2012 году. Это очень не понравилось Ольге Шукшиной. «Она натравила на меня своего сына Василия и двух его друзей», — рассказала Анна в студии передачи. Ольга Васильевна говорила сыну о том, что я никто и что со мной можно делать все, что угодно. Мне пришлось покинуть жилье. Данная история открыла мне глаза на тетю. А ведь раньше я относилась к ней очень хорошо. Кроме того, на протяжении года Анна не общается с матерью, Марией Шукшиной. Виной тому недопонимание с Лидией Николаевной. В какой-то момент мама решила наказать меня за то, что я стала самостоятельно принимать решения, продолжила она. 5 лет назад между мной и бабушкой остро встал финансовый вопрос. Она подарила мне определенную сумму денег, а позже стала требовать средства назад. Дело в том, что ее знакомая уговорила приобрести квартиру, цена которой была завышена в 3 раза по сравнению с рыночной стоимостью. Бабушка осуществила покупку, а я теперь не уверена, оформлено ли жилье на нее. Анна Шукшина не смогла вернуть деньги известной родственнице, так как к тому времени она рассталась с мужем, который не платил алименты их общему ребенку. Кроме того, Анна жила вместе с Лидией Николаевной, была вынуждена обеспечивать ее, себя, сына и не могла найти работу. «С тех пор от меня отвернулись все, в том числе и мама», — продолжила внучка Федосеевой Шукшиной. «А ведь она говорила, что поддержит меня. Для меня ее слова очень много значили. Анна осталась без жилья и средств к существованию. Поначалу она переехала к мужчине, с которым ее связывали романтические отношения, а позже сняла комнату. Сегодня дочери Марии Шукшиной удалось решить квартирный вопрос. Она приобрела апартаменты в Подмосковье и надеется, что бабушка будет жить с ней». Внучка Федосеевой Шукшиной также объяснила, почему продала жилье родственнице. «Мне кажется, ключи от него были у половины города», — рассказала она. «Я сама неоднократно приезжала туда. Там были чьи-то вещи, стояли бутылки из-под алкоголя. Создавалось впечатление, что эта квартира стала отелем на час. Я просила бабушку сменить замки, не пускать туда чужих людей, однако она не послушалась меня». Анна отметила, что попросила прощения у родственницы. Но поступок внучки очень расстроил Лидию Николаевну. «Она не могла ходить после этого, настолько была шокирована», — рассказал в видеообращении Барри Алибасов. «Это был ее дом, она оплачивала коммунальные услуги, в квартире был антиквариат. Все исчезло». Шукшина оправдалась, что 80% вещей вывезла, но куда, этот вопрос так и остался без ответа. Теперь Анна Шукшина хочет помириться с мамой, но не намерена сближаться с ней, так как боится тотального контроля со стороны актрисы. «Сейчас Анна рада, что Лидия Николаевна вышла замуж. Я верю в то, что Барри Каримович всех нас помирит», — подытожила она. «Нам всем надо собраться в одной комнате и не выходить оттуда до тех пор, пока не решим все то, что наболело».